суток, очередная бандероль с Китая. Вскрываем. И у нас здесь вот такой вот бокс. Сайт GearBest. Все как всегда. И вот такой вот уже я не помню, по-моему, я его под диск заказывал. В общем, вот такой вот бокс для хранения всякой ерунды. Добирался сюда он около 3 недель. Стоимость данного бокса, по-моему, $4. Сайт GearBest. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.